подписчикам канала Мылоопт. Сегодня я проведу для вас мастер-класс по приготовлению легкого летнего крема антиакне. Нам понадобятся такие ингредиенты: гидролат василька, облепиховое масло, хлоргексидин 20%, консервант Косгард, гидролизат протеинов шелка, эластин, коллаген гидролизат. Также это активы антиакне: таурин, порошок, сера водорастворимая, салициловая кислота, бензойная кислота. В качестве эмульгатора мы добавляем в крем эрковакс в количестве 10%, то есть на расчет 50 грамм крема у нас уйдет 5 грамм эрковакса. Дальше у нас идет 80% воды, точнее сказать, водной основы, это в нашем случае гидролат василька. У нас это будет 40 грамм. Даже добавлю немножко меньше грамм, на 4, может, потому что еще будут активы идти добавок. Ну, пусть 37 будет грамм. И 15 грамм масла, это будет у нас 7,5 грамм. Я добавляю облепиховое масло, не рафинированное. Оно нам даст красивый желтый цвет крема, насыщенный. Многие советуют жирную и жидкую фазу отдельно нагревать, затем взбивать. Но так как у нас крем очень простой, то есть у нас даже здесь нет в составе воска, простой состав, поэтому я просто все разогреваю в одной емкости. Так нам будет удобней. Мы растопили нашу эмульсию на водяной бане, аккуратно помешивая. Сейчас я буду взбивать. Мы взбили наш крем. Он такой пока что жидкий немного, это нормально. И теперь мы на расчет 50 граммов крема взвешиваем порошки. Бензойная кислота у нас идет 0,2 грамма в составе. Также у нас идет таурин, сера и салициловая кислота по 0,5 грамма на крем. После этого мы его разогреваем и добавляем немножко спирта, буквально 1 или 2 грамма. И хорошо помешиваем, и все это разогреваем на водяной бане. Затем снова взбиваем. Вот такая вот у нас получилась эмульсия, плотная достаточно. Спирт я добавила для того, чтобы растворились наши порошки. Это салициловая бензойная кислота. Также я обычно добавляю крему антиакне оксид цинка где-то в количестве 0,2 грамма на 50 грамм крема. Но в этот раз я не добавляла, так как я хочу более легкий летний крем. Дальше я добавляю активы. По нескольку капель эластин, хлоргексидин,
консервант Косгард, буквально пару капель, не больше. Гидролизат протеинов шелка. Вот такой в итоге получился у нас крем. Эмульсия очень плотная. В актив я добавила масла лечебные для кожи. Это лаванда, эвкалипт, масло мяты, вербена. Всем спасибо за просмотр. Все ингредиенты для крема вы можете найти на сайте Мыло Опт. Всем пока!